Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас проходят парламентские выборы, да, досрочно. Как вы думаете, народ кому больше всего отдает предпочтение? И не обязательно, чтобы называли партию, просто кому? Кому? Да. Игорю Николаевичу Дадону. Да. А почему? Да. Потому что он за людей, он за правду, за все. Никому не надо верить, потому что все врут и обманывают. Хорошо, а как же голосовать надо? Ну вот, голосовали, что уже посмотрим. За кого вы проголосовали? Кому доверить? Народ тут у нас располовинился, будем говорить. И кому отдают предпочтение больше доверия у народа? Я считаю блоков коммунистов, социалистов. А что вы видите за будущим блока коммунистов, социалистов? По крайней мере, они больше устраивают своей внешней политикой, чем остальные. За свободную Европу без вмешательства извне. Кто вы? Я занималась танцем в танцевальном кружке «Жок». Да что? И вы первый основатель? Первый. И он зародился у нас в Бельцах. Владимир Сергеевич. А фамилия? Подглазова. Тени отдаю тем, кто будет служить народу и кто будет помогать и старикам, и детям, и школьникам, и с лечением, чтобы хоть как-то людям было жить легче. Утром я, во-первых, проголосовала за Молдову, в которой хочется жить, за Молдову, которая должна продолжать двигаться в проевропейском направлении, за премьер-министра проевропейского и за мажоритет, потому что бельчане на себе испытали, что такое, когда в парламенте нет 51 депутата, которые хотят биться за права бельчан. Я сегодня проголосовала за проект статуса муниципия Белц в следующем парламенте, за проект закона о защите животных, так, чтобы на наших улицах было меньше животных, которые пугают наших детей. Я проголосовала за правильных политиков, и это очень важно в парламенте, потому что мы сейчас по истечению этих двух месяцев увидели на дебатах разных политиков. Это политики, за которых мне стыдно, потому что, будучи и я представителем парламента, мне было за них стыдно, и я призываю людей не голосовать за них. У этих политиков была возможность сделать все, что возможно для лучшей жизни для бельца. Они этого не сделали, потому призываю бельчан проголосовать за проверенных политиков, за тех, которые начали важные проекты для бельц и которые должны вернуться в парламент и дальше защищать интересы бельчан. Меджис шивотац фатицо фаптобуне шимыне саниведем энтро Молдова энкариса врейса траешти.